Дружить народами. Вопросы реализации государственной и национальной политики на территории региона обсудили на заседании Совета по гармонизации межнациональных отношений при губернаторе. Руководитель диаспоры с руководителем департамента, как правило, найдет общий язык и о чем-то договорится. А вот чтобы находили общий язык люди на земле, пожалуй, это и есть один из основных результатов нашей с вами работы. И тесно с этим вопросом связано также и то, каким образом сама эта тема представлена в средствах массовой информации, в социальных сетях, то есть в той отрасли, откуда сегодня подавляющее большинство людей так или иначе берет информацию и достаточно часто формирует свое собственное мнение. Деятельность муниципальных образований по укреплению межнациональных отношений в зоне ответственности Департамента внутренней политики. В начале года главы районов получили задание создать на сайтах своих муниципальных образований разделы, посвященные межнациональным отношениям. Но к выполнению этого поручения многие отнеслись формально. Разделы появились, вот только функциональные нагрузки практически не несут, перенаправляя пользователей на другие сайты. Ссылки на сайты Федерального агентства по делам национальностей, бюджетного учреждения Ивановский областной дом, Ивановской области Ивановский дом национальностей, Общероссийская общественная организация Ассамблея народов России, Ивановского регионального отделения Общероссийской общественной организации Ассамблея народов России. Но, к сожалению, содержательное наполнение данного раздела информации о проводимых муниципальными образованиями и национальными культурными объединениями мероприятиями происходит слабо. Кроме того, не всегда данный раздел создан как отдельный на главной странице сайта. Все недочеты должны быть исправлены до осени. Именно тогда на территории региона начнется работа по внедрению электронной системы мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений. Ресурс объединит все муниципальные образования в единую электронную систему, что позволит отслеживать в режиме реального времени состояние межнациональных отношений и на ранней стадии предупреждать возможность возникновения конфликтов. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново. Закончить свое выступление хочу стихотворением.